Здравствуйте, друзья! В 2019 году Вера Алдонина потеряла свою маму, а потом на нее свалилась новая беда. В марте 2019 года всех шокировала новость о смерти певицы Юлии Началовой. Артистка умерла из-за проблем с почками и заражения крови. От брака с футболистом Евгением Алдониным у звезды осталась дочь Вера. В этом году наследнице Юлии исполнилось 17 лет. Сейчас она отдает предпочтение выступлениям на благотворительных концертах. Вера призналась, что именно они помогли ей не опустить руки после смерти мамы и бабушки, которая не так давно скончалась от рака. «Я потеряла бабушку по папе из-за онкологии несколько месяцев назад. Это был очень сложный период в моей жизни, в жизни всей нашей семьи», – рассказала Вера. Вместе с потерей близких на Алдонину обрушилось еще множество бед. Возлюбленный Началова и хоккеист Александр Фролов отсудил у семьи певицы полквартиры, где они жили в последние годы. Но Алдонина признается, что по сей день не может смириться с тем, что ее мамы больше нет. Между Юлией и Верой были всегда прекрасные отношения. Поэтому девушка очень часто ударяется в воспоминания о счастливом прошлом и очень скучает по своей маме.